Ну, проверьте всех, как я делаю. Мы как рабы у Христины. Да, она, да. Мы? Наверное, да. Я бы тебя из двух не вижу. А по какому каналу? Я думаю, что больше ничего. Нельзя. Хватит. Как родилась вообще идея вступить в брак на пароме? Почему на пароме? Потому что мы понтонеры, служим в понтонной бригаде. Где нам еще вступать в брак, если не на понтоне и не на играх открытой воды? Не страшно? Нет, совершенно не страшно. Не первый раз видим открытую воду, не первый раз участвуем. Раньше участвовали по-другому, а сейчас решили участвовать сами.